to hit it like I hit it when I make you drop. Get a party up the rock around the way nobody's licking like I'm licking when I'm... Ко мне приехал Денис Бэмер из Харькова, с которым мы лично не знакомы. Он покупал мне рекламу. Вот он, кстати. И захотел, говорит, давай я тебе опять куплю рекламу. Я говорю, зачем покупать, приезжай ко мне, в влогах покатаешься просто бесплатно. Ну зачем брать с нормального пацана деньги? Привет. Как доехал? Да ничего, нормально, голова только была. У меня бок разодран, напухший, и болит колено напухшее правое и локоть. Поэтому я сегодня не катаюсь, но будет Денис кататься. А я тоже буду раскатываться, по чуть-чуть пробовать прыгать. Мне больно подпрыгивать, еще болит бедро, но что-нибудь для вас всем интересное. Я взял у Рамироса GoPro 5, поэтому переходим на экран GoPro-шки и погнали. Ох, зацепился здесь, да, по-моему? Я просто прыгнул, понял, Галина? А. Тут мягко, понял? Я, если что, и на свою снял, там чекнопка затупила, понял? Не можу. Выбрасывает так через руль. Я не знаю, где здесь отскок крутить. Компрессия только есть. Я сделал только что резкий рывок на парапет. Хотел по парапете вынести велик, ногу вот эту подкинул правую и ударился, по-моему, в перо, в гематому, так что у меня не спухло после падения. Так ударился жестко, что кинул велик, и он упал на парапет, я поцарапал фоксу свою вот здесь. Поэтому не стоит, когда ничего не зажило еще, кататься на велике. В прошлый раз я жестко упал через руль, и сейчас я выехал поснимать Дениса, но увидел такую вот пролетку, двухпролетку. Я пообещал себе, пока не переберу велик, не настрою его под себя, не буду прыгать, но я считаю, что это небольшая сильно. Здесь я не должен упасть, даже если не работает подвеска. Колено до конца согнуть не могу, ударился, но стоя крутить нормально. Что-то стремновато после падения. Фух. Давай. Они такие якісь м'яканькі. Всі цвіти стали живі. Кстати, вони дуже м'ягенькі, бархатні якісь. Такі приємні на ощупь. Я так їх ще ніколи не трогав. На що тебе похоже? А? На що похоже цвіти тебе? На нове полотенце. Дофіга мажорське полотенце. Какое-то бидло засрало природу. Нужно выбросить после него. Смотрите, вот стекло. Вот я въехал несколько раз в стекло. Вот, смотрите. И вот мусорка, представляете? Деревенщина такая живет. Здесь капец. Ладно, мы двигаемся дальше. Ого. Сейчас заедем. Денис, покажу тебе дропчик, на котором я прыгал давно уже.
А как я додумался, сейчас не прыгну. В ступени? А? В ступени так ли? Не, вот налево резкий разворот. И вот перед этим деревом. И сейчас я не понимаю, как ты здесь успел сделать поворот. На ступеньке я хотел на вторые прыгнуть, но без вылета. Я не дошел кувалду, чтобы это все спилить. И прыгнуть типа на большом велике, таком, как сейчас можно уже прыгать на таком байке. Но нужно подготовить все. Ну блин, я такой. Короче, вот я ехал сюда и повернул так, сделал поворот как-то так, что перед этим деревом приземлился. Еще нужно не затормозить, а на скорости войти сюда, чтобы было скорости хватило перелететь это все. Колено болит, распухло, уже под горку ехать не могу. Вот спот, дерево подходит. Может что-то замутить здесь стильно. Тика, я не знаю что. Ага. Красиво, но сменил. Я так же делал, только у меня этот кадр в профайл не влез, я его оставил на будущий свой фильм. Двухколонка мешает развернуться, упирается в раму, я не привык, я всегда выворачиваю. Орали. Давай еще раз. Давай. Всем по одном. Дякую. По одном. Ё-моё! Ты под этой штукой поехал? Я думал, ты над ней поедешь. Да я и, типа, загадал уже, когда там ехал. Давай лучше выше, на скорости. А потом загадал, что там ще йду. Кажу, параною за те, що все мокре, понял? Типа, листья мокре? Ага, та й землею листья. Все равно через люк поехал. Вот ты видел то, о чем я тебе говорил. Пацаны тупо врываются, мою наклейку. Или дай наклейку. Это самое круче, это было вчера 2 или 3 раза. Дай наклейку. Вас не учили, пацки, пожалуйста, можно наклейку или как-то так. Я так вам ничего не дам. Денис будет пробовать абубаку сюда. Ох, передумал? Да, самый
Блин, тут жучок. Жди, я спасу жучка. Давай. Спасаем. Я уже иначе и прыгать, а что-то не так. Может, ты жука увидел, тоже захотел спасти. Это штука сбивает. Какая? Таца. А, подъезд? Ага. Сейчас, секундочку. Давай уже, злась, ё-моё. Что, его руками, и руками я его раздавлю. Да, с двух сторон. Оп. Все. Бой. Миссия выполнена. Почти, наполовину. О, это круче, чем Абубака даже. Нужно было удержаться. Что-то пошло не так. А ты можешь так удержаться и спрыгнуть? Я вообще дизастер не вмею, не знаю. Я бы на фортеле попробовал. Выезжаешь сюда на бордюр и сбиваешься сразу, да, что да. Нужно дергать. Да, да. Маник, видно, что ты... Вот можно было сделать. О! Ну нормально, считается, каунт. Типа... Дискаунт. Просто пішов. Давай. Обычно. Если вы, ребята, хотите увидеть кадры со второго ракурса, с GoPro Дениса, подписывайтесь на канал Дениса, у него там выйдет тоже влог с поездки. А почему без шлема прыгаешь? У тебя швелик, смотри, вилка погнута. Какая? Это я на прилете прыгаю. Ну, ты прыгаешь с ступенек. С коленом? Колен попросил меня прыгать сначала степдаун, а потом... Степдаун? А где это? На Бармаках. Степдаун ты прыгал? Да. Колян попросил просто. И какой степдаун? Большой? Да. Серьезно? Дроп-то через яму ты прыгнул? Там метров 4 дроп. Ты без шлема его тоже прыгал? Не, да, ну, пролетку без шлема. А степдаун с шлемом, колено. Я больше прыгаю в стиль. Не, ну это понятно, что ты прыгал. Прыгал. Но ты же никогда не знаешь, когда может что-то сломаться, особенно в таком велике. Если уже на таком прыгаешь, нужно в защите. Понял? Нема грошей на защиту. Так в секонд-хенде по 50 гривен я видел шлем. Я хожу там нема, я не могу.
Ну, блин, если умрешь, тогда не нужны будут ни деньги, ни велик, ничего из защиты. Этому фулу 10 лет. Шлем этот пропитан кровью, сломанными костями и всем остальным. Чувствуете их страх сразу, все в нем переломал себе. Сказал, не буду кататься, пока не куплю новый шлем. Шлемы нужно, ребята, менять раз в год, кстати. Но у меня это 10 лет, еще должен за подвес. Поэтому я решил, блин, покатаюсь еще в старом шлеме. Жестко. Что там у тебя есть? Интересно. С вегонской колбасой и вегонским паштетом бутерброды. Серьезно? Ты не кушаешь мясо, да? Не, и молочек. Давно? Та 2 роки уже. Блин, я давно хотел себе заказать такую колбасу с Киева, у нас ровно нет ничего. Давай я попробую, раз такое дело уже. И паштет тоже, да? Это все без мяса? Полностью без мяса. Ну пробую тогда. Все растительное. Блин, вкусно, офигенно. Так вкусно, жестко. Вот это круто, реально. Не думал, что так бывает вкусно. Я одним сыром питаюсь. Я, короче, замовлял, когда в поселке был дома, я замовлял в почте тоже. Колбасу, сосиски. Я, короче, охотничьи колбаски, понял? Офигеть. А с чего? Соя? Что там есть? Вот колбаса, там, короче, сейтан, типа пшеничный белок и специи. А паштет, типа соя, по-моему. А можно зайти глянуть. Да вообще нереально отличить, как колбаса продается. Чувак, так это хоть типа трешки відрізняються, а именно сосиски, понял, эти звичайні. Тупо один в один, как в магазине. Просто не такие жирные, типа, понял. Офигеть, круто, что ты приехал, просветил меня.